Всем привет! Камышовое шоссе, мы сейчас видим огурец. И вот только сейчас у меня появились новости вообще с Камышового шоссе, с этого участка, где на данный момент мы видим в сторону огурца две полосы открыто. А от огурца, я так понимаю, пока одна. Или уже тоже две там. Сейчас мы будем смотреть. Вот здесь выгружают новые автомобили. А, вот это место, тут еще нет полосы. Тут ЧПС. И идет устройство ливневки. Поэтому пока асфальтобетон не укладывается. Тут надо бетонировать эти лотки ливневки там и отсыпать обочину. Поэтому в данном месте пока одна полоса. Но по направлению на огурец уже две. И мы понимаем, что названные сроки 10 число, они были нереальными. Запуска четырех полос. Я думаю, что к 10 октября, наверное, скорее 4 полосы будет. Ну, может, раньше. Также продолжается укладка коммуникаций. В целом дальше идет 4 полосы полноценные. Ну, опять же, здесь вот слева мы видим, работы идут. Здесь огорожено. Одной полосы нет. Вот тут, где была выемка, то здесь сейчас выемка, шли работы по укладке коммуникации. И вот уже коммуникации засыпаны, мы видим. А вот здесь, по левую сторону железной дороги, вот аж далеко куда-то уходит траншея. Здесь тоже укладываются некие трубы. Я не знаю, какие именно. Вот и она уходит там туда далеко. Вот аж туда. Траншея вот эта. Здесь экскаваторы, это которые, по-моему, занимались вот тут работами по разработке траншеи. Также вот делаются съезды на заправку, я так понимаю. Поэтому здесь вообще две полосы перекрыто пока что. Вот оно, индустриальное кольцо. Вокруг кольца тоже идут различные работы. Земляные. Так, а тут стоит экскаватор, ему там наваривают зубья на ковше. Вот внизу. Ну, короче, в целом такая вот обстановка на Камышовом. Я поэтому долго не снимал, потому что не было вам чего показать. На укладку я не попадал асфальтобетона, поэтому вот пока вот такая вот история здесь. Thank you.
на этом сегодня все. Всем спасибо за внимание. Спасибо за поддержку канала. Подписывайтесь, скоро будут интересные тоже видео всякие выходить. В том числе и про пруд. Так что всем спасибо за внимание. И пока.